сегодня открытие 30-го концертного сезона филармонии. Сегодня Международный день музыки. Поэтому я надеюсь, что сегодня в зале будет вот такая общность, знаете, объединение людей, когда все дышат в такт музыки, когда все чувствуют одно и то же. Вот это, наверное, настоящее счастье для любого организатора и, конечно, музыканта. Сегодня мы представляем самый большой коллектив нашей филармонии, симфонический оркестр, с художественным руководителем Белявским Владимиром Анатольевичем. Мы сегодня подготовили несколько новых номеров программы. Будут какие-то сюрпризы. Они сегодня встречают вас уже в вестибюле филармонии. Поэтому я надеюсь, что сегодня будет настоящий праздник. Внимание филармонии уделяет детям. Вот и сегодня наше торжественное мероприятие, необычное, потому что сегодня на втором этаже, в фойе второго этажа разместилась выставка детских работ на тему «Я рисую музыку». Вот, и вы, если посетите, увидите, какая это симфония света, какая радуга просто, сколько там счастья, сколько там жизнерадостности будет. В общем, а мы готовы, мы старались, мы ожидаем в наш зал множество и множество зрителей. Мы будем благодарны за аплодисменты, за внимание к нашему творчеству. В общем, начинаем. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.